Здорово, бандиты, короче. Я же вам говорила, что Потап меня через прогиб кинул, ему нужна операция. Теперь вот я доехала до Москвы. Сейчас идем в клинику, надо будет делать операцию сложную. Я волнуюсь просто, по-бандитски чисто волнуюсь. Ну чё, бандиты, вот больница. Потап уже чисто на суете, я его еле успокоила. Давайте стучаться до врача. Здравствуйте. Салам алейкум, я слышал, Потапу помощь нужна. Да, только вы, пожалуйста, будьте там вежливы, да, аккуратны. Да, конечно. Ребята, я на такой измене просто. Галя, мы его теряем, Галя! Я Аня, все нормально, перепутал. Как все прошло, доктор? Девушка, мне тяжело об этом говорить. Очень тяжело. Но все нормально. Likey.